Вот, я хотел рассказать простую вещь про пространство и про время. Я не знал, как ее рассказывать. Ну, я, собственно, что-то придумал, потом я услышал первый доклад, подумал, что мне нужно вытянуть первую половину слайдов. Потом я услышал вот последний доклад, подумал, что мне нужно вытянуть вторую половину слайдов. Поэтому я постараюсь быстро. Собственно, ну, пространство есть такая штука — размерность. Сколько мерными данными вы обычно оперируете? Вы обычно оперируете какими-нибудь геоданными? Да, давай. Кто знает, что такое геоданные? Вот, хорошо, уже не все спят. У вас сколько, какая размерность ваших геоданных? 4. Вот такая размерность, это я понимаю. Короче, начнем с простого. Ну, короче, всю размерность нужно именовать как кинотеатры, поэтому начнем с простого 1D. Кто когда-нибудь был 1D кинотеатр? Ну, все. Так, это... Лазер, глаз. Вам никогда графики не показывали там на лабах, там еще что-то. В общем, 1D. Кто знает, что такое 1D геоданные? Что? Доля си, линейная система. Да, доля си, линейная. Это импюры называется. Процент завершения маршрута для роутера. Вот, правильный ответ. У нас как бы, если вы, не знаю, когда-нибудь такси вызывали, то вы могли видеть, что у вас есть, к вам едет машина, и вам нужно знать, там, сколько она приедет. Это одномерные геоданные. Вы знаете, что она к вам едет. Вас совершенно не интересует, где она будет, а вам интересно, когда она будет. Ну. Это геоданные, это машина, она едет по миру. Ну, нас, в общем-то, не интересует, на какую все детали про нее. Нас интересует, через сколько и когда она вообще приедет. Второй. Все понимают это, что? В Unix виде, да. Ну, я там еще, будет отдельно проработана, ну, подсказка была. Нормально. Короче, вторая штука, наверное, это адрес. Вот там были всякие гильбертовые кривые нарисованы. У нас есть пример очень клевой гильбертовой, совершенно не гильбертовой, кривой. Да, это адрес. Ну, соответственно... У нас есть какая-то группировка, которая говорит, вот здесь такая страна, вот здесь такая вот область, вот здесь это район, вот так. Заполняющий кривой. Да, ну и как бы если это все сортировать как текст, от большого к меньшему, ну мы получаем какую-то действительно пространство, заполняющую кривую. Кстати, хорошая идея построить линию по России. Да, просто... Серега Голубев же делал, фрактальную размерность адресов в России. Во. Да. Еще одна такая размерность — это, собственно, номер в очереди. То есть мы имплементировали какую-то вот логику у нас, и оказалось, что если там, ну, сидели, думали, мечтали, чтобы у нас была в системе только широта, потому что нам долгота не нужна, и обнаружить, что номер очереди можно там положить в широту и получить что-нибудь похожее. Мы так, конечно, не сделали, но мечтать не мешает. Ну, тут была вот про затор для шкуф. Кто знает, как работает затор для шкуф? Два человека, три человека. Кто еще знает, как работает это? Ну, кто смотрел Зорро? Вот, короче, Z-Dorzer-Kurs работает именно так. Они, почему он вообще популярен, почему он выживает? Ну, несмотря на то, что это не идеальная структура, ну, по своим характеристикам, она очень простая, она бинарно простая. То есть ты берешь битики широты, берешь битики долготы, через один проставляешь, и ты получил Z-Dorzer-Kurs. Все. Когда тебе нужно сделать ее трехмерную, ты перемешиваешь битики широты, долготы и высоты. Ну, или, ну, это дальше будет. Гильберт уже сложнее имплементировать.
А Дильберт не нужен, это работает. Вот. Вот. Все очень просто. У тебя получается сложная кривая, которая на самом деле делается там просто из стапла циферок перестановками. Кто знает, какие есть кинотеатры после 1D кинотеатра? Ну, все уже видели следующий слайд. Кто смел и повторить? Пи-2? Ну да, это Пи-2. Только оно немножко по-другому. Я пошел... Я же читаю Дислаб. Я вот в Дислабе нашел вот такую картинку. В этой картинке... Мы видим... Что? Конечно, это 1.14D кинотеатр. Мы все смотрим кино в 1.14D. Почему 1.14? Ну, кто не догадался, почему 1.14? Действительно. Да, вопрос. Да, это дробная разметность. А почему она такая? Фрактал. Потому что линии стремятся занять площадь пространства с дальше. Ну, собственно, да. То есть мы видим, что здесь есть какая-то вот линия, которая, в общем-то, ну, если бы она дрожала еще больше, то она бы заполняла еще больше площади. А так она заполняет, ну, чуть-чуть еще площади вокруг себя. Там есть способ, как посчитать саму размерность. Да, и сколько бы ты ни мерил, всегда будет больше. Ну, сколько ты не мерил, то есть способ там простой, тебе нужно порезать все на клеточки, посчитать, сколько клеточек оно заполнило, да. И сделать так много-много раз. И ты все равно каждый раз, сколько бы мелкой ни была клеточка, так, все равно будешь получать больше размер. То есть это площадь или нет? Ну, есть такая штука. Размер этим голосом. Я не знаю этих слов. Я посмотрел их в этом самом дислайде. Как... Серегу Голубеву надо чаще слышать. Вот, да. Берем, считаем клеточки, берем, считаем длину этой клеточки и получаем какую-то линейную регрессию, из которой мы узнаем, что 1.14. Все побывали в 1.14 до кинотеатра. Ну, собственно, прочитать подробнее, как оно работает и как это посчитать в домашних условиях, можно на GitLab. Ну, 2D кинотеатр, я думаю, все видели. Пиксельное пространство — это, собственно, вот та штука, с которой мне чаще всего приходилось работать. То есть ты когда смотришь на монитор, ты видишь пиксельное пространство. Ты знаешь, что у тебя угловой пиксель — это вот 0,0, и вниз, и вбок они... У него просто растут номера пикселей. Есть угловые координаты. Ну, широта, долгота. Та же самая. То есть мы берем от центра сферы, проецируем на поверхность и меряем углы. Это 2D, мы не меряем здесь высоты, хотя могли бы. И есть такая штука Projected Map Units. Она очень похожа на вот этот вот Pixel Space. Потому что, ну, в принципе, что там плоская штука, что там плоская штука. Пиксель только... сразу дискретный. Да, пиксель дискретный. Скажи это MacBook'у. В MacBook'е пиксели дробные. А, ну это тут еще про шейдеры можно поговорить, да. Да, можем про шейдеры поговорить. Ну, я думаю, что... Кто спит? Вот. Projected Map Units, все знают, как работать с физическими рогами. Кто знает? Поднимите руку, кто знает, как работает прожилищный меркатор. Я его, кстати, неправильно рисовал. Конечно, я неправильно рисовал. А где здесь ошибка? Эллипса нет. Эллипса? Сферический меркатор, когда... Ой, рисую. Сферический меркатор, когда мы рисую сначала спроецировали на сферу, а потом эту сферу спроецировали на цилиндр. Неправда. Ты сейчас говоришь про
В истории случилась большая-большая ошибка, когда появилась такая штука, как EPSG-3785, которую потом очень быстро отозвали и сделали EPSG-3087. Вот в первый раз они сделали именно так, как ты сказал, а потом оказалось, что все делают не так. Все просто говорят, а давайте эти углы будут углами. Ну, мы, конечно, знаем, что они углы на эллипсоиде, но как бы это сложно, и давайте они будут просто углами на сфере, и мы прям так и перепроектируем. Отсюда растет вот это 0,6% ошибки, которая есть в сферическом меркаторе. Потому что мы берем углы на эллипсоиде и воспринимаем их как углы на сфере, и после этого перепроектируем. Вообще его очень долго не хотели стандартизировать именно поэтому. Потому что, ну что вы вообще зачем? Кстати, Аркиз до сих пор его описывает как аюксолисфера, со вспомогательной сферой. Ну вот. Такая вот грустная штука. Все были в 3D-кинотеатре? Не, никто не был. Кто живет, кто, у кого есть трехмерные геоданные? Ну, вообще, как бы, ты знаешь, что я немножко потерял до домиком, поэтому я начал с высоты. Все знают, что такое высота? Скажи. Давайте, что такое высота? Ну, своими словами, кто-нибудь. Это когда высота. Превышение над уровнем моря. Не широта и не долгота. Хороший ответ. Это время. Вот. На самом деле я нашел такую картинку. На ней отмечено очень много разных странных штук. Короче, есть высота, которая height. Есть высота, которая elevation, которая разница между, ну, собственно, сферой и поверхностью. Есть высота, которая altitude. Есть высота, которая height, которая меряется от уровня поверхности, от уровня эллипсоида, да. Вот, если вам когда-нибудь кто-нибудь предложит положить, ну, скажет, типа, вот у нас есть тут elevation, и мы хотим его положить в поле altitude, гоните его в эту картинку. Это терминология летчиков, потому что... Они в Балтийской системе высот приходят. Это терминология летчиков, у них elevation, если ты скажешь вместо elevation altitude, имея в виду высоту гор, то, значит, их это был навигатор, ты можешь улететь в гору, поэтому там elevation и altitude, и high, там elevation, там В общем, не все так просто. Тут еще нарисована другая линия. Если у вас, не знаю, там есть GPS-навигатор, который продвинутый с датчиком давления, он по давлению высоту воспринимает, но как бы давление на самом деле не обязательно 100% коррелирует с высотой. Оно там медленно меняется с ней, но... Не факт. Почему Transition Altitude 5000 футов 18? Потому что в картинке так было нарисовано. Да, ну, собственно, да. Есть такая штука, как погрешность. Кто знает, у кого метеорология была? Метеорология? О, я эксперт. Вот. Ничего нельзя измерять вообще. Давай. Рассказывай. Все в мире относительно, на самом деле. То есть то, что мы берем за эталон, оно само по себе принято, скажем так, эталоном, и эталоном может быть являться там, у вас только в мозгах. И сегодня это одно, а это другое. То есть все равно излучение. То же самое пример такой. Часы GPS, которые идут там, тикают, да, они даже сейчас корректируются, и это не является там эталонным временем. То есть координационные секунды там, и прочее. Ну вот, собственно. Это проблема в чем? Если вы хотите что-то померить точно, у вас не получится. Вы максимум, что вы можете знать, я ошибаюсь, ну, где-то настолько. Там есть какое-то референсное value, есть какой-то precision. Ну, там половина цены деления, кто помнит, как мерить линейку. Value и, собственно, распределение вероятности.
Где-то после третьего гарбиновского чипа поколения девайсов вдруг появилась, ну, вдруг точность резко подросла. Знаете как? Они шумы знали, правильно. Шумы? Конечно. Знаешь, я тебе скажу, что нет. Есть такая-то... Багу закрыли, да, конечно. Да. Короче, тут уже присутствовал человек-маркетолог. Есть прекрасная штука. Тут, когда вам нужно померить вот эту вот гаусиану, ну, или в случае GPS не совсем гаусиану, вы можете как бы померить ее с трехсигмовой вероятностью, а можете с односигмовой. Как увеличить в 3 раза точность GPS? Давайте, приложение. Ну да, ты просто берешь и вместо 3 сигм говоришь 1. Все, и таким образом, вот только Android, мы 68% probability берем и как бы получаем в 3 раза меньше радиус. Все довольны? У всех GPS работает намного лучше. Да, да. Тут сообщает, на самом деле. Сказал специалист. Вот, есть еще вторая штука, что сейчас маркетинг пошел дальше. Мы тут недавно, в общем, ковыряли телефоны, ну, нам приехал новый телефон, мы стали его смотреть, ковырять со всех сторон. Типа, может быть, мы хотим купить много таких телефонов. Мы обнаружили, что он показывает фантастически красивую accuracy. Короче, он всегда возвращает 1,5 метра. 1,5. Вообще красиво. Вот, это, по-моему, идеальный случай, потому что, ну, он очень красиво затухает по времени. То есть ты как бы видишь, что он там сначала находит 30 метров, 20 метров, 10, потом оп-оп-оп, и вот в 1,5 вышел. Все. Когда идет 2 параллельных трека с этого девайса и с другого девайса, ты видишь, что они едут абсолютно параллельно, оба по домам. Но да, но один из них говорит, что аккуратность 1,5, второй говорит, что аккуратность 68. Ну, мы же в этом самом, в 3D кинотеатре. В общем, я не знаю, почему до сих пор никто не продает билеты в 2D кинотеатры как 3D кинотеатры, потому что 2D плюс время это тоже 3D. Ну, в 4D уже продают. Ну, в 4D уже продают, но в 4D на тебя хотя бы брызгают. Есть киоск 7D. 7D тебя еще трясут. Ну, это как бы... А звук еще, вот. Все видят, вспоминают, что есть много разных геоданных, там на SD-слогер умеет их все логировать, включая звук. Так что... Это просто бенды спектра. Что? Это просто бенды спектра. Дойдем. Вот. Есть еще такая штука, как хединг. Кто знает, что такое хединг? Что ты имеешь в виду? Головняк, да. Короче, с этим головок. С этим хейдингом один головняк. В общем, GPS-ный чип в нынче, в современных условиях, он умеет выдавать не только позицию, он умеет говорить еще, а въехали вот в ту сторону. Он это считает по каким-то своим внутренним данным. Если вы попытаетесь это пересчитать из предыдущей точки и следующей точки, вы обнаружите, что они не совпадают. Ну, то есть... Так у него инерциалка задействована. Нет. Он без всяких инерциалок тебе просто... У него просто больше данных внутри. Он знает там псевдодальности до спутников, он по ним, по их изменениям... Он в любом случае высчитывает скорость. Скорость сама по себе величина ехала. Ну, да. Да. Он просто делает, перекладет этот вектор на глобус, получает... А он хединг, говорит, что хединг считает, хединг будет резкость, что ли, на управление? В смысле? Нет, ну то есть он куда-то смещается, да. И он тебе... ты можешь получить координату, которая пляшет во все стороны, да. Но при этом хединг у нее будет ровно в ту сторону, куда он ехал. Вот. Фишка в чем? Там, чем больше скорость, тем лучше хейдинг. Чем скорость меньше, тем хейдинг хуже. Когда оно стоит, хейдинг неизвестен. Вот, ну, скорость. Понятно. Ну, немножко про времена. Какие времена сейчас настали? Херовые. Все правильно. Не
Хороший слайд. Слушайте, ну это реально хороший слайд. Тут, короче, про спектр спрашивали. Тут, короче, слайд со спектром. Это единственный слайд с картинкой в этой презентации. Ну, нет, не единственный. С JPEG-ом в этой презентации. Короче, есть еще такая штука, как спектр и бенды, и вот вся вот эта штука. Ну, время можно представлять как линейную штуку, которая у тебя секунды идут, и ты вот по этим секундам отсекаешь направление. Ты можешь еще воспринимать время как тяжелую штуку. Можно сказать, что там у тебя есть, не знаю, пробки на дорогах. У тебя есть дорога, и здесь стоят каждые, ну, то есть можно это сформулировать как стоят каждую пятницу вечером, можно сформулировать как каждую неделю со сдвигом по фазе, как до пятницы вечера в секундах, тут стоят. Unix timestamp? Преобразование Фурье от Unix timestamp. Вот. Такую штуку тоже можно юзать. Что ж такое-то? А вот и всем всенародно любимое время. Кто знает, как называется эта штука? Таймстемп. А как называется он, ну, типа, много есть разных таймстемпов? Вот, как этот. Ты злой человек. Да, я очень злой. Я простые вещи спрашиваю, это последний, ну, доклад сегодня. Вот, ISO 8601. Вот, что тут есть? Тут... Что? ISO разве не должно быть Т между датой и временем? А вот нет. Там вообще сепараторы нет. То есть там его, по сути, можно там все через точки записать. И он все еще будет ISO 8601. Из забавных вещей, которые тут есть, тут есть таймзона. Что? Один микросекунд. Я думаю, что мы можем потом с тобой поспорить об этом. Но, короче, вот это валидный ISO 8601. Нет. Ну, хорошо. Это не валидный интернет, а 8601 ISO валидный. Вот. В конце еще бывает Z. Z это значит, что по гринвичу, по UTC. Ну, как бы... Давайте все ваши вопросы, которые у вас накопили за время этой сложной презентации. 5D хотим. 5D хотите? 5D будет на ПГ-конфе. Завтра вечером. В общем, я сюда там приехал еще на ПГ-конф. Можно ли построить в постгисе гипрокуб? Именно там я и расскажу, как это сделать. Вот. Гиперкуб вообще такая очень хорошая штука.